Если вы ни разу не слышали, как задорно поет казачий хор, включайте наш телеканал в субботу в 15:30. В новом проекте «Живой концерт» выступит ансамбль песни и пляски донских казаков. Коллектив появился в 1936 году на базе Ростовской областной филармонии. Артисты постоянно участвуют в крупнейших музыкальных фестивалях и регулярно гастролируют. В основе его концертных программ народные, народно-песенные традиции Донского края. В тур по Сибири ансамбль донских казаков имени Анатолия Квасова отправился в честь своего 80-летия. Коллектив является постоянным участником крупнейших фестивалей страны, а также международных форумов культуры.